Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления лагмана. Нам потребуется 500 грамм филе говядины, 1 морковь, 1 крупная луковица, 4 болгарских перца, зеленая редька, лапша, соус из чеснока и горького перца, соль, молотая паприка, молотый кориандр и перец горошком. А также растительное масло. Режем лук. Режем морковь соломкой. Зеленую редьку режем соломкой. Режем перец. Режем мясо небольшими кусочками. Лагман мы будем готовить в казане. Казан поставили на огонь, даем ему немного прогреться и добавляем растительное масло на дно. Когда масло в казане нагреется, добавляем лук, перемешиваем и обжариваем. Надо постоянно помешивать. Лук немного обжарился. Сейчас сюда мы добавим мясо. Мясо перемешали с луком и будем все обжаривать, помешивая, пока из мяса не выйдет основная влага. Мясо с луком обжарилось. Теперь мы добавим сюда редьку и перец. Все перемешаем и еще немного обжарим. Перец с редькой немного обжарилось. И теперь мы добавим морковь. Все перемешаем и дальше будем обжаривать, помешивая. Морковь немного обжарилась. И сейчас мы добавим 1,5 чайные ложки данной приправы. Если вы любите очень острое, можно добавить 2 чайные ложки. Если вы не острое, тогда не более 1 чайной ложки. Приправу перемешали. И теперь добавим молотый кориандр и молотую паприку. Все перемешиваем и еще немножко обжариваем. Сейчас мы добавим сюда воды. Добавляем 6 стаканов кипяченой воды. Все перемешиваем и даем закипеть. Лагман закипел. Мы сбавляем огонь. И даем минут 10 покипеть. Солим по вкусу. И добавляем немного перца из мельницы. Прошло 12 минут, как закипела вода. Наш лагман готов. Выключаем огонь и накрываем крышкой. Даем постоять закрытой крышкой минут 20. Казан сняли с плиты. Приготовим лапшу для лагмана. Наливаем пол кастрюли холодной воды. Кастрюлю с водой ставим на плиту, включаем огонь и даем воде закипеть. В кипящую воду высыпаем лапшу, помешивая ложкой.
Вода с лапшой закипела. Теперь надо посолить по вкусу. Засекаем время, когда закипела вода с лапшой. Вариться лапша будет 10 минут от данного времени. Солим по вкусу и добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Прошло 10 минут, мы выключили огонь и сейчас лапшу опрокинем на сито. Немного помешаем ложкой, чтобы вода ушла через сито, и лапшу из сита перекладываем в кастрюлю. Лапша готова.